Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня предлагаю приготовить вкусный салатик. На улице уже солнышко и хочется чего-нибудь свеженького. И я вам предлагаю этот простой рецепт салата, который подойдет на каждый день, готовится из доступных продуктов, без майонеза и получается очень вкусный. Сначала подготовим листья салата. Подойдет абсолютно любой листовой салат, латук, айсберг, руккола или даже пекинская капуста. Листья салата я предварительно помыла и обсушила. Затем нарезаем дольками 2-3 спелых помидора. Можно использовать также помидорчики черри. Четверть кольцами нарезаем один свежий огурец. На крупной терке натираем одну свежую морковь. Три вареных яйца. Яйца я отвариваю в подсоленной воде в течение 8 минут, чтобы желточки оставались желтенькие. Очищаем и нарезаем каждое яйцо на 4 части. Пока отставляем. Они нам понадобятся для украшения. Из зелени я буду использовать зеленый лук и кинзу. Вы же можете использовать любую зелень по вкусу. Также я добавлю маленькую баночку консервированной кукурузы. Для соуса отжимаем сок одного лимона. Смешиваем растительное масло, примерно 5 столовых ложек, у меня смесь разных масел. Добавляем сок лимона, который мы отжимали, 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку черного молотого перца, сушеный чеснок, специи разные по вкусу. И выдавливаем или натираем на терке 2 зубчика чеснока. И все тщательно перемешиваем. И заправляем салат подготовленным соусом. Сверху выкладываем дольки яиц. И вот такой красивый весенний свежий салатик в итоге у нас получился. Всем желаю приятного аппетита, готовьте с удовольствием, пишите мне ваши комментарии. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.